Смотрите, нам сосед принес чикюфтеу. Видите, так красиво украсил еще. Сам сделал. Берол сейчас к нему ходил там поговорить. И угостил его. И мы уже сидим и едим, и он вот принес нам еще и красиво украсил это. Туршу. Клево. Пахнет так вкусно. Сейчас попробую. Берол говорит, вкусненько. Я скажу, попробуешь. Да, вкусненько. А туршу тоже он сам сделал? Вкусно? Попробуем. Что ты тут делаешь? Слышу на всю квартиру щелк-щелк-щелк-щелк. Думала, уже белка с улицы к нам прыгнула и щелкает. Мама, что ты делаешь? Я собачку смотрю. А? Это очень важно? Ну, конечно. Ого, меня не было сколько, 15 минут, 20? Ты нащелкал уже. Ты не боишься зубами? Я вот никогда так зубами не делаю. Не делай, не делай. Я берегу зубы, конечно. Смотри, вот целая коробка. Ты белка, что ли? А? Ты белка? Нет. Привет, мои хорошие. Представляете, пол второго ночи, около двух, вот я как раз вернее, я еще не ложилась. В общем, кормлю Альбиночку, а тут дискотека у соседей наверху, песни, стук тарелок, громко что-то поют там, там много людей, видимо, такой топот, поют песни, причем мне даже показалось, тут Альбина это... Даже показалось, что не только турецкие, там какие-то, по-моему, английские играли песни. В общем, у нас соседи веселые. Нам, в общем, повезло. Какие мы шумные, веселые, соседи у нас такие же. Так что, ну, а внизу у нас, под, ну, этот, как бы, этот бодрум такой, подвал, но не такой подвал, а подвал такой, где там люди хранят всякие свои там... ненужность, которой дома не надо, это там. Вот, в общем, под низом, слава богу, никого нету. А наверху шумные соседи, которые постоянно шумят. Ну, сегодня, ну, обычно как бы они, ну да, шумные такие, но прям дискотеку такую они еще не устраивали. Музыка прям конкретно слышно. В зале особенно. Я в зале сейчас была прям завывачена. Прям это, я аж, мне так прям аж приятно стало, думаю, прям напомнило мне какое-то русское застолье. Так же все в один голос поют, что-то там, стук тарелок. А я мужу говорю, видишь, я говорю, сколько времени они там тусят. А муж говорит, я говорю, типа, а ты говоришь, мы такие шумные. Говорю, вон соседи постоянно шумят. Говорю, ну, конечно, без дискотека, а сегодня вот уже с дискотекой. И это... А муж говорит, ну, может, они день рождения празднуют. Ну, я сомневаюсь, что день рождения, не знаю. Да я говорю, у нас здесь все такие современные. Ну, как бы, такие... Ну, и нам повезло с соседями. Я даже радуюсь. Мне даже это не напрягает, что они там стучат. Ну, это как бы так прям, не так, чтобы какой-то, знаешь, там дебоширят или еще что-то. Но мне даже как-то приятненько, что вот люди веселятся, там поют песни. Молодцы. Мы не против. Ну, а завтра воскресенье, тем более. Все отдыхают. И, кстати, вот у них, я заметила, ну, они и так-то такие, как бы, не тихушники наверху, которые живут. А вот именно по субботам, они, у них, видимо, так заведено. Они по субботам всегда очень долго сидят. Я же долго тоже не сплю. И я слышу, как они разговаривают в полный голос, как они там что-то это, ну, в зале вот особенно слышно. И они всегда такие прям, ну, у них, видимо, это... А сегодня, наверное, праздник какой-то, может быть, не знаю. Свадьба навряд ли, потому что свадьбу вот так дома они не сидели, но я думаю, что какой-то праздник вот они празднуют, да, Альбиночка? Вот так вот, такие вот у нас веселые турецкие соседи. Молодцы, молодцы. Бояться нечего, никто не напьется, крушить не будет дом. Так попоют,
поедят, музыку послушают и разойдутся. Папуля пошел к Альбине, поносил ее немножечко после еды. Пошел там, ждет, пока она уснет. Все сидит с ней. Я тут сижу в зале, его жду. Смотрю телевизор пока. И, в общем, что хочу сказать. Сколько живу в Турции, я вам реально говорю, я первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы соседи после там 10 вечера, вот, да даже до 10, вообще ни в какое время, ну, честно, вот, ни разу только не было, чтобы вот так вот веселились, шумели, пели песни во всю гору. Честное слово говорю, я прям даже так удивлена. Ну, где-то там в отведенных местах, да, а чтобы вот дома и в ночное время уже 3 часа. Это вообще прям удивило меня, реально. Еще ладно там просто сидеть, там чаечек попивать, там делать, а тут и песни, и музыка, да. И вообще первый раз такое. Обычно, ну, они все-таки, ну, так дома не шумят после 10 вечера особо, ну, так вот. Нет. А тут вообще, причем кричат, прям, даже не удивлюсь, если они там не только чаби, прям так весело, такие молодцы. Я прям Биролу говорю, почему мы до сих пор не познакомились. Мы много кого знаем, а вот эти почему-то, которых сверху, мы с ними не знакомы. Я говорю, вот мои друзья вообще. Ну, потому что они такие веселые, такие современные, веселые. Вот, я говорю, вот, надо с ними познакомиться. Ну, вот, все понятно. Мы тут это, поем песни, веселимся. Они нормально реагируют. Мы, в общем, мы удачно заселены. Кстати, напишите, у кого какие соседи в Турции. Ну, для тех, кто живет в Турции, у вас так соседи веселятся. Я реально, говорю, первый раз сталкиваюсь с таким. У них обычно там, ну, они вот где-то куда-то ходят, им что-то, чтобы вот так дома тусняк устраивать. Молодцы. А папуля там качает Альбину. Альбина сегодня что-то это, не хочет спать, выдрыхлась и не хочет. Уже 3 раза покушала. Кстати, я 3 раза ее уже покормила, и все это время она не спит. Я ее в 6 часов покормила. В 10 часов покормила, и вот уже 2 часа ночи покормила. И она все тусит. Ни в одном глазу у нее. Ну, так редко бывает. Она какая-то такая, то вообще дрыхнет нормально все, то вот так вот по-разному. У нее что-то слюни рекой, вообще рекой слюни идут. Я говорю, господи, неужели у тебя уже это, только 1,5 месяца, неужели дело к зубам уже? Не, ну не 1,5 сегодня, какое 15. Не, почему 1,5? Ну, месяц и неделя, да, получается. Месяц и 3 недели, вот. Месяц и неделя. Ну, у Ирадочки первый зуб в 3 месяца вылез. Но они могут начать эту слюни за месяц, за 1,5, то есть. Ну, она кулак вот так прям вообще всасывается. Я сегодня ее взяла на руки, она мне аж даже в нос всосалась. И так неожиданно, я говорю, что ж ты делаешь? Обслюнявила меня всю. Игрушки уже эти. Надо ей, в общем, что-то это. Я говорю, скоро будешь папины котлеты кушать. Котлетки. Ну и Радочка уже в месяцев 8, да, она уже котлетки кушала во все, потому что у нее уже полный рот зубов был. У Ирады вообще, у нее в год уже все были зубы, только не было, ну, вот этих, которые они, ну, вот эти последние, они потом лезут, уже в 1,5 у нее вылезли. А так весь рот был в зубах, поэтому она все ела, что надо, с общего стола. Я ее с 3 месяца, поэтому вот у нее вылез зуб, и я так и начала ее прикармливать с 3 месяца. Так же альбиносика, надеюсь, получится. Вот так вот, в общем. Сегодня такое-то получился влог в ночи.
в ночное время. Так вот, ладно, мои хорошие, поболтала с вами немножечко. Всем пока-пока, всех целую, всех обнимаю. Веселитесь, наслаждайтесь жизнью, не грустите. Всего всем самого-самого хорошего и замечательного. Пока-пока.